человечеством. Второй очень известный пример из его работ, который тоже касается вот этого возвращенного назад времени, это замечательный эпизод, где три пловца по очереди прыгают в воду, а потом вода их выплевывает назад. В сухих замечательных. Тоже очень известная фигура. Я боюсь, что, наверное, да, на этом наше время истекло. Скажу только коротко про то, как все это закончилось вверху. Снимает сначала киноглаз, потом человек с киноаппаратом становится самой известной, пожалуй, работой на сегодняшний день остается. Когда будете ее смотреть, я вам очень советую ее посмотреть, вы удивитесь, насколько она быстрая. Она действительно была быстрая, но здесь нужно сделать одно очень важное замечание. Сейчас фильмы крутятся не с той скоростью, с которой они крутились тогда. Как, ну, я думаю, вы представляете, все видели вот этот вот проект, да, когда раньше, ну, не такой проект автоматический, как сейчас в кинотеатре, если не проект, не